я считаю этот шестилетний период работы моей на Бамтонлестрое самой любимой моей работой. Я бы хотел встретиться с тех, кто еще двигается по этой земле. Я на БАМ приехал 10, помню хорошо, 10 октября 1977 года. И пробыл на БАМе ровно 6 лет. Основная задача была нашего отряда пройти проходку железнодорожного тоннеля. Участок наш составлял где-то порядка 6 километров. Первая авария произошла в результате того, что при заливке гидравлического масла в систему проходчик перепутал и залил бензин, смешанный с керосином. А в это время производились сварочные работы. И в результате произошел взрыв, и погибли 5 человек сразу. Здание новое, здание очень шикарное, с новейшим оборудованием. В бассейне у нас 3 дорожки, на которых можно было бы, конечно, заниматься нашим и школьникам, и пенсионерам восстанавливать свое здоровье, ну и нам. Сейчас у нас здание законсервировано, то
есть у нас нет, мы никого не пускаем, не запускаем, то есть у нас только сторожа. Надо все же открыть. Почему? Потому что нашим детям просто некуда идти. Не то, что вот они там где-то еще могут себе позволить, а просто негде. Это времена, когда было отопление, здесь было холодно. А сейчас и подавно. Да. Конечно, первое время там, когда еще не обустроено, было тяжело. Люди приезжали там и за романтикой, и за деньгами. Тот, кто за деньгами приезжал, конечно, разочаровывался. Очень трудно было жить. И уже когда началась проходка, тут уже полностью определился наш коллектив, те, которые вот выдержали все эти испытания. И практически отличный коллектив получился. Давай его говорить, хоть тебе прохладно не было. Ну зачем? А зачем? Еще подумают, Майердина. Ну и что? Ну, ведь... Заслужила, значит, твои, понимаешь, так, понимаешь, так. Давай, одевай, что ты? Не надо, не надо. Не, ну так некрасиво. Да не надо рубашку, что я буду, не надо. Давай рубашку дам. Так, все, я сказал, все. Товарища, подруга жила в Москве, знакомая. Они переписывались. И тут, значит, я еще был в школе в то время. И приходит письмо, значит, девушка хочет познакомиться. Это подруга. И отдали это письмо мне. Да, мы уже шли по трассе Бама вместе. Потом Федор забрал меня оттуда, и мы уже здесь. Ну, конечно, ситуация была сложная. Света тоже не было. Потом же ЛЭП протянули немножко позже уже. Вот. Я там работала в столовой. Ну, отправил я это письмо, а сам ушел, уехал в училище. И вдруг, значит, в какой-то момент получаю письмо из дома, и вложено это письмо, это письмо было вот как раз от матери, от Зины. Ну и все, и началась переписка, училище, потом армию. Все время переписывались, я старался, когда был в отпуске, как-то видеться с ней. Приезжал в Москву несколько раз. Ну а потом уже, когда закончил училище, в этот самый... В 1954 году мы с ней расписали. А я с детства знала, что я буду жить на Байкале. И пригласил меня работать в театре-студии «Синтез», который в то время начинал формироваться здесь, в городе. И, ничтоже сумняшися, я бросила все. И приехала сюда. На Бам поехали такие пассионарные личности, неординарные, и в области искусства, и в области вот, информации, и педагоги. То есть ехали люди очень, может быть, романтичные, но высокопрофессиональные. Каждый человек, который принимал участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали с 74-го и далее годов, он действительно герой, равный герою Великой Отечественной войны, потому что такую стройку могла осилить только очень сильная держава, экономически, ресурсно, и такую стройку могли осилить только очень целенаправленные, эффективные люди. Замечательные профессионалы и строители. А как же не любить Сыромовку? Я тут здесь был, вырос, как сказать, помню, как профессионал. Ну как, дети повырастали, помню, школу тут выросли. Как его не любить? Помню? Уже вы вот приехали сейчас, уже практически, помню, осень скоро. Смотрите, какой красивый. Как Буров песни сочинял, Буров. Горная Швейцария моя, понимаешь? Ну, в общем, получилось как. Я с сессии приехала, и сказала родным, что я уезжаю сюда, и в течение недели сюда переехала. Поскольку здесь и наледи постоянные, может снести там насыпи, блуждающие реки весной, которые несут огромные валуны,
Вот, и, конечно, сейсмика. Здесь до 9 баллов, вот в Чаре до 12. Там даже в 56-м году выросла гора новая. Было 11 баллов. Здесь нельзя, так сказать, шутить с этой природой. Страшная эта ночь с 3 на 4 июня была просто страшной. Бедные люди с этими вещами выбегали тут. Вообще такое горе было. Получилось, у нас зимой замерзли, летом сгорели, вот сейчас вот еще голодали. Все, решений проблемы нету. Вот у нас такое ощущение, что это самое. Затопит все. Да хоть сдохните вы там с голоду. Баба с возу, кобыли легче называется. Вот и все. 2015 год нас 3 месяца трясло. Три месяца. Каждый день по 12, да. По 18 ночи толчков. Да. И практически там сильные. 4-5 баллов это было. До 6 было. Три месяца. В прошлом году вот зима прошла, замерзли зимой. Сейчас не так, сейчас. Все без воды сидели до весны.